К столетию республики в Якутии газифицируют 29 населенных пунктов. Напомним, что на Петербургском международном экономическом форуме глава республики Егор Борисов подписал соглашение с главой «Газпрома» о сотрудничестве. Программа предусматривает газификацию 4 районов от магистрального газопровода «Сила Сибири». Подробнее расскажет Любовь Васильева. В интересах населения и повышения качества жизни в республике глава Якутии сотрудничает с крупными промышленными компаниями. В марте этого года Егор Борисов в Москве встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны обсудили совместную работу по социально-экономическому развитию региона, в первую очередь в рамках строительства газопровода «Сила Сибири», проведения газоснабжения и газификацию Якутии. И в рамках 21-го Петербургского международного экономического форума стороны подписали соглашение о сотрудничестве. На этом экономическом форуме мы все задачи, которые для себя поставили, выполнили, заключили договора и соглашения, которые мы определенно прорабатывали до начала форума. И, конечно, продолжился тот диалог, который всегда мы имели с нужными инвесторами, с нужными компаниями, и эта работа была проведена. Сотрудничество с «Газпромом» дает большой толчок в развитии энергетической инфраструктуры Алекминского улуса. По плану строительства газопровода в республике, 2/3 от общего объема работы в западной части приходится на этот район. «Газпром» на себя принял обязательство строительства межпоселковых сетей газопровода, строительства газораспределительной станции и газопровода отвода. И подключение где-то порядка 4900 домовладений, 18 населенных пунктов нашего района. Работы по укладке первого участка магистрального газопровода начались еще осенью прошлого года. Начались работы по укладке первого участка магистрального газопровода протяженностью 1 километр 24 метра. Перед этим были проведены работы по разработке траншеи до проектных отметок. После этого была сделана подушка под газопровод, сняты отметки, после этого была принята нивелировка траншеи, и последующая работа по укладке сегодня началась. В приоритете политики двух сторон, и республики, и «Газпрома», благосостояние жителей региона. Это надежный доступ к теплу, новые социальные объекты, качественная медицина и занятость населения. В рамках благотворительной помощи обществом «Газпром Трансгаз Томск» было приобретено оборудование для районной больницы, которая востребована. Надеемся, оно окажет большую существенную помощь врачам в их работе, ну и пациентам в их выздоровлении. Кроме Алекминского улуса, «Газпром» проведет газификацию в Алданском, Ленском, Нерунгринском улусах. И достигнута договоренность о строительстве в этих районах 4 физкультурно-оздоровительных комплексов. Общий объем инвестиций составляет 13 миллиардов рублей. Любовь Васильева, Айсана Бурнашова, Лена Фаст, НВК «Саха», Санкт-Петербург, Алекминск, Якутск.